В новом выпуске программы «Компас ГИС. Туризм без багажа» мы отправимся в исторический центр Самары и узнаем больше о купеческой жизни нашего города. Эти два атланта фантастически красивые. Какими картинами украшали свой дом купцы Шахабаловы? Всех посетителей Павла Ивановича Шахабалова встречал Антон Григорьевич Румерштейн, кисти Ефима Черепина, и Альберт, работа того же Ефима Черепина. Чем необычна коллекция искусства, которую собирал Альфред фон Вакана? Была великолепная коллекция ковров, которая, к сожалению, в 19 году расползлась по кабинетам комиссаров. Как купцы помогли создать первый художественный музей в Самаре? Эта коллекция создавалась благодаря меценатам, дарителям, коллекционерам, которые щедро делились своими собраниями. Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в эфире телеканала «Самара ГИС» 13 ноября в 18:45.